Артемий, клуб «Легион». Да? Артемий, скажи, пожалуйста, как долго ты занимаешься джиу-джитсу? Я уже 50 год. 50 лет, да? Да. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься в клубе «Легион», да? Да. Хорошо. Какой твой любимый прием? Я делаю путчу. Пул? Пулгар делаешь? Нет. Я еще лучек потом сделал. Что? Я потом еще сделал лучек. Рычаг, хорошо. Нравится бороться? Да. А сколько у тебя соревнований было? Вспомнишь? 0-0-5. 0-0-5? Это твой рекорд, да? Да. То есть 0 поражений, 0 ничьих и 5 побед, да? Да. Всегда побеждаешь. Хорошо, много первых мест? Да. А вторые? А вторых немножко поменьше. А третьих? А третьих вообще одна. Один. Хорошо. Понравилось сегодня бороться? Будешь к нам еще приходить? Да. Круто заниматься джиу-джитсу? Да. Да? Посоветуешь остальным? Да. Все. Спасибо большое.